кто взял, какие, блядь, люди взяли веру на проект. Честно, я глубоко сожалею насчет Юли, правда, да, но это вот поведение один в один. И когда Наташа Гончарова прокомментировала, да, я сейчас увидела, что она пережила. Я переживала вот эту истерику, вот эти оры, вот это вот кидание на меня, вот этот постоянный страх изо дня в день в школе пацанок. И когда я увидела, да, что ты все-таки похавала немножечко того же, чего и я могу с легкостью сказать, это один в один, как Юля. Вот эта жестикуляция, вот это вот, блядь, это один в один, нахуй, плато, господи, блядь, ну это... Что это? Я не знаю, это не человек просто. Это настолько мразотное поведение, блядь. Я видела только в нашем сезоне от Юли. Ну, простите, пожалуйста, пришел. Просто я не знаю, кто вот хорошо прям смотрел сезон. Вы увидите схожесть стопроцентную. Я не знаю, либо она косит под платка и хочет так же хайпануть, да? Либо что? Ну, это просто отвратительно. Вот так вот, блядь, не знаю. Аня Костин тоже прекрасная девочка. Я, конечно, лично с ней не общалась, но, блядь, она тоже никого вроде бы не обижает. Ни в каких мелодрамах не участвует. То есть хорошая девчонка, блядь. Все, кого пригласили, все хорошие девочки. Я не понимаю, почему у Веры вот такая на всех... Ебанутая агрессия, это ж пиздец просто. И не понимаю в этот момент Карину, которая... Верочка, ну ты это пиздец, блядь, ну